challenge time. Ну-с. Почему-то мне тело поле включилось. Твою мать. Господи, я думал, вы будете удивлены, увидев меня, но вы, похоже, вышли работать над экспериментом самостоятельно, пока меня не было. А в смысле удивлены? А, удивлены... А, понял. Просто так как-то... Я не знаю, звучит так, это самое, что он хотел такую же херню тут сделать. По крайней мере, ты обращайся ко мне должным образом. Я ждал тебя, Альберт. Ждали? Ждал для чего? Чтобы кто-то тебя отсюда выпустил? Вы всегда были умны, Альберт. Но я никогда не знал, насколько вы можете быть крепким до этого момента. Вы приняли участие в обширном геноциде, добравшись до сюда. Это восхитительно. Правда, это надо использовать. Вы можете быть первым из моих капелланов, чемпионов. Я бы мог расширить ваши возможности, я бы мог сделать вас сильнее, быстрее, предоставить вам заповедную силу, которая может разорвать миры на части. Мы могли бы покорить все, Альберт. Галактика будет рассечена на нашем пути. Нет, я буду как Фриман молчать. И тоже в очках. Если бы на месте тебя был кто-то другой, я даже не удосужился бы предложить столь щедрое предложение. Тем более тем, кто ниже меня. Но именно ты причина, по которой мы смогли зайти так далеко. Если бы не ты, я бы никогда не получил тело, которое имею сейчас. Я никогда бы не повстречался с Дженнифер. Мне нравится, как она вышла за границу. Дженнифер, да, постоянно с этими Енифермами проблема, да? Что вы с ней сделала? Что ты с ней сделала? Она жива? Она причина, по которой ты еще не мертв, несмотря даже на то, что ты ступил в мое святилище. Ее рекомендации имеют огромный вес. Вот я же тоже хотел узнать именно в сюжете, что случилось с женой, при условии, что они ее вроде как вызвали. Что? Решай быстрее, Альберт. У меня появились неотложные дела. Так как я теперь свободен, ты присоединишься к нам? Не, а ты что? Вначале я тебя убью, потом присоединюсь посмотреть финал, если тут есть вариант. После того, что я видел, после моего заключения, после того, как что ты сделал с моей разработкой, я пришел сюда не для того, чтобы присоединиться к тебе. Я пришел сюда с целью положить конец этому кошмару. Предсказуемо, эгоистично и недальновидно. Что ж, прощай, Альберт, больше ты не сможешь быть кому-то полезен. Так, где у меня там ветероид? Я не помню нас что. А, я промазал. Это ж надо так. Чего там еще? Ха-ха-ха, ты действительно думаешь, что сможешь остановить меня? Ну да. И не таких говнюков клал. Другое дело, что я не совсем то оружие использую, какое бы желательно было использовать. Она меня любит, Альберт. Просто ляг и умри. Хватит беситься. Воу. Тише, тише, тише. Я думал, ты сдох. Да, гранатами это сложно будет сделать. Тихо, 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 тихо. Блин. Нехорошо так с плазм промахиваться. Воу-воу-воу.
Че его? Тупо надо. Да хватит так делать. Слышь, чё? Ладно, сейчас мы это сделаем по-другому. У меня не было нормального оружия, потому что я ж не думал, что такой пипец будет. В данном случае лучше дробовик, наверное, взять и... Там ближе, наверное, надо было. Ладно, сейчас посмотрим. Так, бинты, я думаю, мне не сильно нужно. Так, дробовик за место вот этого, за пистолет. Я автомат не взял. Блин. Черт его знает. Ладно, что у меня есть там из... Обнаружение врагов, в принципе. Ну, давай, я не думаю, что он так полезен здесь будет. Так. Обеззараживающие таблетки. Наногипс. Черт, вот я бы все бы тут позаменял бы, на самом деле. Давайте вот так вот лучше сделаем. Улучшенный бинт. Без разницы, еще буду просто входить быстро и стараться делать это дело. Так. Посмотрим, насколько хорошо дробовик себе зарекомендует против него. Ну, если что, за автоматом съезжу, что. Я человек не гордый. А, я не хотел соглашаться. Ну ладно, давайте посмотрим эту концовку. На, мое исследование, Марс. Я прилетел сюда только ради нее. Я согласен, я хочу быть на стороне моей жены. В стороне моей жены? Ты думаешь, она выберет человека вместо Бога? Она теперь моя. Прости, любовь моя, но я не позволю ему встать между нами. Прощай, Альберт. Так подожди, в любом случае, что ли? Если такая хрень, то, извините, я выберу сразу нет. Это как-то не круто. Набло вариант ответа тут не «Вы хотите присоединиться или там принять его предложение?» «Вы хотите ему накостылять, чтобы я смело нажимал «да» и все?» Да, не надо. Раз, два, три, все. О, я еще гранаткой попал. Тише. Не балуйся. Тихо, чуть, блин, не применил суицидную пушку. Да подожди ты. Вот так.
Да хватит так делать, слышь, чё? Да это читерство какое-то, слышь. Сквозь это не проходит, ясно. Да твою ж мать. Воу, это что? Не знаю, что он сейчас сделал, но что-то нехорошее похоже. Твою мать, козлина. Да ладно, я его убил, как кажется. Как это могло произойти? Что ты собираешься делать? Ты не сможешь выжить здесь, ты дурак. Это мы еще посмотрим. Фу. Так. Рано мы сделали все. Блок питания пора заменить. Давайте посмотрим, что он тут у нас охранял. Заражение куча мне сделал, блин, козлина. Так как врагов больше нет, я, наверное, излечусь заранее. Так, посмотрим, посмотрим. А где вообще Дженнифер и все такое? Она мне там внизу. А, вон, проход наверх. Давайте посмотрим. Ну, как? Только вы не говорите, что мне скафандр нужно было еще с собой притащить. Давай еще чуть-чуть. Так, я бы, наверное, бы выпил бы что-нибудь, но я, по-моему, не взял напитки обычные. А вот, безалкогольный есть. Тридцаточку как раз подниму. Так, все, сохраняемся. Не знаю, что меня там ждет. Еще один этаж. А почему его не убило этой штукой? Обеззараживателем. Что за херня? Только не говорите, что у меня сейчас еще и Дженнифер придется сражаться. Это ни хрена не круто. Подождите, вы серьезно? Так, Марс Мари мне нужно. И ветероид у меня есть, да? Давайте я Марс Мари на всякий случай сразу впарю. Так, и... аптечечку. Раз тут такая хрень идет. Воу. Твою мать, серьезно? Тен-тен-тен, что за... ох, моя голова. Отличная работа, Вест. Я не могу его больше почувствовать. Я знала, что ты убьешь его. Он не был удобен из-за неадекватности. В конечном итоге это ограничило его потенциал.
этот голос. Дженнифер, это ты? Что они с тобой сделали? Дженнифер, не очень подходящее имя. Ты не помнишь своего собственного имени? Ты помнишь? Помню тебя. Ты был понижен до ничтожества, зародыша. Воспоминания, о котором ты сейчас думаешь, были не моими. Этот путь к алтарю, ночь диагноза, день, когда ты меня оставил. О чем ты говоришь? Мои первые воспоминания начинаются лишь тогда, когда я была привязана к каталке, одинокая в операционном столе. Я встретилась с Мюрем и с его учеными, и они сказали мне, что продолжат твою работу. Я начала слышать мысли команды, включая мысли Мюра, и неожиданно я узнала, кто ты такой. Их мысли стали моими собственными, за исключением одержимости Мюра, конечно же. Этот жалкий человек даже не мог оставаться сконцентрированным. Я становилась все сильнее и сильнее, но мой потенциал все еще не раскрыт полностью. Что, ты теперь стала нечто телепатическим? Нечто? Я постараюсь забыть об этом термине, если ты выслушаешь мое предложение. Теперь я не просто Дженнифер. Дженнифер тут. Но она едва помнит тебя. У тебя есть второй шанс, Вест. Мюррей не смог улучшить мое состояние дальше. Я знала, что у него не хватит возможностей для улучшения Минеры еще до того, как я побывала в его голове. Но ты сможешь, я знаю. Ты вновь сможешь быть рядом с Дженнифер. Ты не похожа на... Ах, моя голова. Пожалуйста, Альберт, мне тебя не хватает. Посмотри, что со мной стало. Ты все еще тут, Дженнифер? Пожалуйста, будь со мной. Я больше не хочу быть. Я боюсь. Я просто хочу быть с тобой. Да нет, конечно. Потом попробуем, конечно, но не думай. Дженнифер умерла еще не прилетев на Марс. Ты лишь марионетка Мюры. То, что от нее осталось. Ты переплетение сознания с изуродованным телом, и ни в одном из них нет моей жены. Ты прав, теперь я больше не Дженнифер. Я королева Миневры. Воу, даже так? А это что за поля? С ней будет повеселее, чувствую. Твою мать, а это еще кто? Чуваки, вы откуда здесь? Вот и пригодилось, да. Я хочу посмотреть, они вообще-то работают хреновина. Я не помню, но по-моему красненьким стало, да? То есть я все правильно сделал, я его типа сломал. Или как? То есть мне нужно эти штуки все-таки ломать, я ни хера пока не пойму. Но зарядку во время этого, ну конечно, вы ума палата. Пока я ни хера не пойму. Чуваки, откуда вас так много? Что-то я пока ни хера не пойму, как ее бить. По-моему, вот эти штуки не просто так. Попробуем сейчас мечом поколошматить их. У него урон очень неплохой. Так, за место дробовика, наверное. Пока, во всяком случае. Вот вы мне делаете, я ж нихера потом не вижу.
О. То есть эта хрень взрывается, типа, да, и может, видимо, взрывом обколошматить, что ли, нашу Дженнифер. Блин, такими темпами надо возвращаться назад и, короче, закупаться оружием. Да я в курсе, что у тебя кровотечение, что я могу поделать? Тихо, подожди, да я тут. Воу, вы чё, охренели что ли сразу так? Если мне сейчас ногу сейчас сломать, так вообще будет замечательно. Так, ну эта хреновина взорвалась. Ну на нее что-то дохренища всего надо. Что-то я пока не думаю, что так легко это будет сделать. Как с ветероидом сразу побежала. Ты его не забрал, да? И не просто не забрал, а еще и сюда обратно не поставил. Так, охренеть, их столько здесь. Тут несколько плазмоганов, короче, надо иметь, честное слово, чтобы... Как и ветероидов, потому что мне одного, я смотрю, мало будет. Такими темпами. Тихо, ребятки. Воу, тише, ну. Еще и блоки питания кончаются. Охрененно просто. Ну, зачем ты собой избиваешь? Как я тебя уничтожу, если ты мешаешься? Охренеть, вы тут... И когда мне успевать еще и заряжаться при этом? Нет, если это блоки вот эти надо ломать, это пипец какой-то на самом деле. Тут реально нам будет автомат какой-то лучше иметь. Да офигеть! Да отвяжитесь от меня.
Воу, нет, это плохая была идея. Скорее применяй. Тихо, тихо. Дженнифер, Дженнифер, не надо. Ну, а тут еще куча просто мест. Тут на самом деле нужно что-то вроде этого, блин. 5 плазмоганов у себя иметь заранее. Так. Еще один положили. Да отвяжись ты от меня. Тихо, тихо, тихо. И сейчас не выйдет, то реально нужно идти еще, короче, запасаться этими припасами. Не, потому что же и аптечки кончились вон. Плазма жрет до хренища. Так, ну, во всяком случае, еще одну сломал. Тихо. Так. Еще и плазму потерял. Класс. Все, последняя птичка, я труп. Так, ну тут сила. Реально нужно иметь куча запасных батарей и куча плазмы. Когда тут успевать заряжать, мне интересно. Еще и костюм сломан, отлично. Ну все, это бесполезно. Короче, ладно, значит я что? Займусь уже не сегодня. Эту серию поделю на две, наверное. Пойду, короче, я оружие куча заберу. Сделаю эти блоки питания дополнительные. Побольше ветероида, потому что, как видите... кучу аптечек, мне тогда не получилось их сделать, потому что мне не хватало этого лука с чесноком, а теперь-то всего хватает. Знал бы, лучше не ждал бы в это время, а сразу бы, ну, запасся бы всем. Ну ладно, что поделаешь. Пока что тогда пауза. Так, ну что, мы продолжаем. В общем, я так прикинул, короче, что... по 4 генератора, которые теоретически нужно сломать, по 4 сторонам
Плюс посередине еще вроде как 4, итого 20 штук. Нужно сломать генераторов. Я что думаю? Я буду вначале дальний стрелять с помощью плазменок. Вот две штуки я сделал, чтобы можно было быстро, ну, может быть, даже 4 успеть по одной стороне сделать. Ну, это в смысле, на одной стороне и на другой ниже, допустим, да? Вот, до того как раз вот выстрел, меняем пушку, еще один выстрел, возвращаем прошлую, она как раз немножко успеет откатиться, теоретически. Вот, и еще продолжаем. На крайний случай пробегаем круг, и на следующем этом самом полукруге мы еще долбим. Вот, а обычные эти штуки можно пару раз ударить вот этим. А, кстати говоря, это для него не взял тоже, да? Надо было взять все-таки. В общем, смотрите, тут запасся всякими ништяками. У меня 10 нормальных крутых аптечек, которые по 60 в этом. 3 еще здесь, еще 3 обычных. Бинты я обычные взял, ну, улучшенные, но не самые лучшие. Ультрагипс на всякий случай, если мне все-таки сломает ногу. 20 фотоновых гранат. И еще тут, по-моему, несколько было. Одна. Еще 20 обычных фотоновых гранат первого уровня. Боевой костюм мой старый, починенный. Вот на мне сейчас свеженький. Вот. И тут еще вот пушки я сделал. Мы переключимся, скорее всего, потом на пистолет. Пистолет-пулемет я тоже оставил. Возможно, будут генераторы проще добивать с помощью него именно. Еще 3 блока питания дополнительных. В общем, я хорошо так запасся. Поэтому предлагаю хлебнуть пивка и в бой. Надеюсь, он в туалет не захочет. Тут, короче, такая, смотрите, веселуха забавная. Пу, стрёмно как-то, смотрите. Вот она поменялась, да? Я случайно нажал на него, а не сохранился. Я вначале хотел сохраниться, чтобы после чего можно было убежать, если пойму, что совсем жопа. Нажимаем еще раз. А нет, нормально. А у меня не глючили, они постоянно вот прыгала анимация закрытая на открытую и закрывание. Ну, что-то проглючило, похоже. Да. Так, ну что? Что мне нужно? Ветероид сразу же и на четверочку, да? Да, мы помним, бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Очень странная херня. Игра почему-то взяла и зависла, притом настолько жестко, что я не смог это самое. Даже в диспетчере убить пришлось комп перегружать вообще. В общем, загрузился я. Наверное, надеюсь, там нормально будет запись. Хотя там, в принципе, ничего же не происходило. Там главное, чтобы то, что я рассказываю, было. Блин, ну конечно. Попил пивка, ну, как всегда. Пиво подошло к концу, как говорится. Ладно. Так, этот и этот. Воу, как мы носимся. Давайте. Приближение камеры. Тан-тан-тан. Нет, мы не согласны, Дженнифер. Мы выберем Трис. Я знаю, что тебе очень хочется отлить теперь. Особенно по той причине, что я... Ну, как хорошо, смотрите. Тихо, братаны, тихо. Спокойненько, спокойненько. Не кипишуем.
Так. Еще теперь. Еще залп. Отлично. Че у меня тут осталось? Немножко здесь нафигачим. Вот здесь немножко. Вот тут у нас еще. Так. Этот готов. Этот готов. Так, мне бы вот эти теперь. Ребятки, ребятки. Спокойненько. Не все сразу. Я один, а вас много. Ёб твою за ногу, сколько вас? Так. Тихо. Че, ветерой-то уже закончился, что ли? Воу. Пятерочка применилась. Я же нажимал пятерку, почему ты не применил? А так хорошо было. Так, ладно. Еще раз применяем ветероид. Мармарис этот. Тихо. Так, бежим к следующему. Потому что я так вижу, нас здесь не любят. Тихо, спокойно. А, тут я уже немножко надкусил. Так. Где тут еще у нас что есть? Вот. Так, что у нас по ветероиду? Он уже почти закончился. Это плохо. Так. Там, по-моему, даже рухнул. Тут у нас все вроде неплохо. Вот, вообще даже не тронутый. Так, ну вроде все, можно. Во-первых, пьем тот самый и... Да блин, идите в жопу. Я вас не знаю, идите нахер. Thank you.
Блин, он здесь вообще не тронутый. А, ну конечно. Так, ну здесь зато отлично все. Да что ты делаешь все время? Застреваешь где-то в какой-то жопе. Так, у меня этот мар-мар-мар тоже кончился, я так понимаю, да? Так, отлично. Так, здесь все уже. Здесь чуть-чуть, видите, не хватало. Так, тут тоже норм. Тут норм. Раскидываем гранаты где, везде, где только можно. Отлично. Так. Ты не применил его. Видимо, если тебя ударяют, ты все-таки скидываешь, да, атаку? Я ж тебя стрелял. Что-то вас здесь слишком много, ребят. Ребят. Вроде все должно быть. Просто это постоянно тварина где-то летает, не пойму где. Поэтому сложно сказать. Так ли это? Но я вроде больше не вижу генераторов. Ну, противовампирский чеснок зато. Вроде все, действительно. Перестань летать, ну. Я ж не могу в тебя попасть. Когда ты так летаешь. Вот так могу. Непонятно на самом деле. Во, по-моему, пробивает все. А, слишком долго. Ну, вроде бы. Ну, ну. Ну, лети сюда как-нибудь поудобнее, пожалуйста. Вот, вот так, да. Тихо, тихо. Так, у меня-то... Говно кончилось. 17, ну еще нормально. Ну, у меня гранаты кончились.
Так, убегаем подальше. Тихо, чуть не выстрелил. В смысле нет? Ну а так, отлично. Только я, по-моему, выкинул ружку. Давайте хоть какие-то гранаты. Вот еще там что-то рвануло. Где мой ствол? Вот он. Да блин, да я ружку возьму. Вот не дает и все тут. Да бляха-муха. Это вообще невозможно нормально сменить ружку. Блин. Какая она живучая. Я не пойму, поле у нее еще работает или не работает. Как у нее что-то происходит? Эх. По-моему, она более жестко стала атаковать. О-о-о-о-о. Если ты бы только присоединился ко мне, мы ты бы смог эволюционировать со мной. Надеюсь, это то, что ты хотел получить. Это ты удовлетворен? Нет, надо нет иного пути. Прощай, Альберт. Этот парень был Альберт Эйнштейн, да. Хоть бы что-то ставило. Я бы сейчас вроде написал, что она для Лео, да? Обмочусь. Я снял свои очки и закрыл глаза. Впервые за очень долгое время смог вздохнуть, но не испытал никакого облегчения. Когда последний свет покинул ее взгляд, я осознал, что я последний человек в ОПМ. Единственный шаттл был разорван на части. Орбитальная станция Марса, скорее всего, свяжется с Землей для запроса поддержки. Что земное правительство будет делать после того, как всего этого можно будет догадаться. Меня здесь, скорее всего, схватят, убьют или, что еще хуже, сделают подопытным. ОПМ стал для меня тюрьмой еще раз и на этот раз с одиночным содержанием. У меня не было никаких вариантов, и я осознал, что и никогда и не было, с тех пор, как я ступил на поверхность Марса. Хотел бы никогда не покидать Землю, хотел бы остаться с ней до самого конца. Я никогда не был в состоянии спасти ее. Я надел обратно очки и увидел немного ее пепла на своих ладонях. Ей понадобится надлежащее место для упокоения, где угодно, только не здесь. Разве пепел, а он, короче, дальше мутирует, да? Вот так просто. То есть мы даже не узнаем, что случится с главным героем. Это очень печально. Давайте посмотрим концовку.
если мы согласимся. Ну, что так напряженненько было. Хорошо, что я запас я всем, чем только можно. Я скучал по тебе тоже. Я так давно тебя не видел. Все, что я хотел, лишь спасти тебя. Я не должен был прилетать на Марс. Прилет на Марс – самое лучшее, что ты сделал для нас обоих. И лучшее, что ты еще сможешь сделать для будущего человечества. И вместе мы сможем изменить мир к лучшему. Ой, она мне решила не подставлять. В этом случае пока. Я до сих пор был озабочен, как Альберт Вес, но я стал нечто большим. А, обозначен. Вест согласился на предложение и ввел в себя Минерву, которая сразу приступила к действию. Наша королева имела врожденный контроль над новыми машинами. С помощью одних только мыслей она могла манипулировать Минервой как угодно. Зараженные стали для нее марионетками, хоть они и не были автономными. Это ограничило ее ментальные возможности и не давало ей достигнуть полного потенциала. Но прошлый я знал, как помочь ей с этой проблемой. Он позволил мне нервы производиться в своем теле. Со временем я обрел самосознание. А зачем перекрыл все кислородные и тепловые генераторы? До этого наши мысли были общими. Но теперь они стали только моими. Используя знания Веста, я помогал в создании зараженной державы. Они теперь были способны мыслить сами по себе, даже когда мы были единым сознанием. Она поздравила меня, еще раз назвала меня Альберт. Мы зергов создали, да? Я не беспокоился об этом имени, никто из нас не беспокоится. Она основала новое общество, когда наши ранги поднялись, как и мощь королевы. Марсиане, сказала она, подходящее имя для людей с силой, которой мы обладаем. Она была уже не одинока, никто он из нас не был. Мы стали нечто большим. Наши предшественники могли только об этом представлять. А нашим лидером была королева. А мы были паханом. Да. Во всех смыслах, потому что мы же бывший зэк. Фух. Ну вот и все. Что я могу сказать об игре? Она очень сильно просела в середине, даже вот не в середине, а где-то после третьей игры, вот первые пол-третьей игры были просто шикарнейшими. Финальный бой, в принципе, был очень неплохим, и сюжет вот там нам дали после того, как мы упали с шаттла, да, там тоже прикольно. Ну вот это провисание жестко, когда нужно было зачищать одну территорию, я не знаю, там, по 3 часа, наверное, вот. 3-4 часа реально уходило на вот это 10-этажное какое-то здание. Слава богу, что в конце не сделали, что просто надо было подождать. Но опять же, если бы я не подготовил для себя, так сказать, локацию, не открыл бы все лифты, не увидел, где находятся генераторы, я бы это просто с ума сошел бы это все делать. В целом, конечно, вот если убрать вот этот середину, или, знаете, как-то меньше врагов делать, или как-то поразнообразнее, потому что оружие, ну, пистолет самое эффективное оружие, если так посмотреть. Плазма, она очень много жрет, она неэкономичная, и она чаще всего тебя и убивает. И хорошо, знаете, вот, когда вот вот так вот идет толпа, да, вот здесь она уже где-то, стрелять вот сюда вот где-нибудь в стенку, тогда она хорошо накрывает. Стреляешь, обязательно какой мелкий паучок вылазит, попадает в него и мало кого затрагивает, и как-то не круто. Дробовик вообще, он там, у него радиус поражения, блин, какое-то у ближнего оружия, наверное, чуть-чуть больше. У автомата, ну, как два дальних оружия, ну, хрень на самом деле. Вообще какая-то бесполезная шняга, потому что пистолет тратит меньше энергии, при этом убойной силы у него намного больше. 2-3 удара хватает, чтобы паучиху положить, а не самые гадкие были противники для меня. В общем, в целом, конечно, игра больше доставила удовольствия, чем неприятного осадка, но, конечно, да, как-то вот так. То есть моя оценочка, если ставить, ну, где-нибудь семерочка, наверное, такая крепкая. На этом все. Лайкайте,
комментируйте, подписывайтесь. С вами был Альберт Вест и Алекс Трага. А еще королева и весь марсианский народ. Всем пока.